Готовлю летний чеснок под зимнюю посадку. Вот здесь 5 луковиц, 450 грамм, даже чуть побольше. Сажаю осенью. Чеснок не болеет, очень хороший. Хранится очень хорошо. С 3 головок, купленных в прошлом году, которые весили примерно 70-80 грамм, то есть примерно 200 грамм было полностью всего. Вот у меня получилось 2 килограмма посадочного материала на этот год. Сейчас все это готовлю. Под осень снова посажу. Посмотрим, сколько получится вот с этих 2 килограмм. Еще раз говорю, что очень хороший. Мне понравился чеснок. Сухой, никаких болезней я не вижу, ничего. После подготовки зубчиков чеснока беру мотоблок. Вот здесь проезжаю в одну сторону, потом обратно. Рядок, конечно, узкий. Беру тяпку и тяпкой два раза тоже прохожу в одну сторону, потом в другую тяпкой. Борозка расширяется. И в три рядочка в этом году сажаю чеснок на расстоянии, значит, в длину в ряд примерно сантиметров 18-20, а в поперечнике около 12 сантиметров получается. Вот такой получается рядок. Все очень быстро. Потом граблями делаю вал, прохожу с одной стороны, с другой, и этим валиком до весны закрываю чеснок. Здесь уже готовы, посажены все.